Но если ты хочешь поучаствовать в конкурсе и получить бесплатно вот такие вот, ребята, призы, которые у вас на экране, если ты хочешь реально получить, ребята, целый лайк, подписочка и колокольчик, не забудь зайти в мой дискорд сервер и написать свой дискорд в комментариях. Приятного просмотра. Хочешь много робоксов на аккаунт? Тогда тебе на RBX Camp. Здесь ты сможешь купить всего лишь за 100 рублей 315 робоксов. Это очень приятный курс. Также у них есть своя дискорд группа, где регулярно проводятся конкурсы на очень-очень много робоксов. Ну а если у тебя еще есть остались вопросики, тогда тебе на их группу. Все ссылочки на RBX Camp в закрепленном комментарии. Ребята, всем привет! Вы на канале Дабон, и у нас вышло новое обновление в Pet Simulator X. В этом видеоролике я расскажу, как бесплатно и вообще, ребята, как где играть Shiny Pet'ов, ребята. В этом видеоролике вы все узнаете и как же получить новых хищ питомцев, ребята. И также вам покажу, какие питомцы добавили, ребята. Вы будете просто в шоке. И, ребята, если что, это добавит новых хищ питомцев. Но перед началом нового видеоролика ставь лайк, подписка и колокольчик. А мы теперь начинаем. Приятного просмотра. Ну и вот, ребята, первым делом давайте я хочу, что вам сейчас покажу. Как вообще крафтить новых хищ питомцев? Ой, каких хищ питомцев? Как вообще шайни крафтить питомцев? Ну, это первое, что вам расскажу. Но, ребята, перед началом мы давайте сейчас заглянем вот сюда вот, коллекцию. И просто посмотрите, ребята, что там добавили. Так, что это такое? Миссинг Конг. А, вот, кстати, что у меня нету, ребята, добавили. Просто давайте посмотрим, сколько тут. Посмотрите. Идите вниз. Посмотрите, сколько новых хьюдж питомцев добавили, ребята. Хьюдж рейндир Аксолотер, хьюдж рейндик дог, хьюдж Санта Банки, хьюдж Санта Драгон, ребята. Также вот такие новых питомчика добавили. Хьюдж кровный Пегасус, хьюдж кровный Корги, хьюдж кровный Кэт, эльф догов, ребята. И теперь посмотрите, что добавили. Видите? Помните, тут, ребята, у нас только был первоначальным хьюдж питомец, да? Хьюдж Кэт был, ребята. А вот теперь смотрим, что тут. Титаник Кэт. Что это за Титаник Кэт? Кто его знает? Это, ребята, я не знаю, что это вообще за питомец будет, ребята, потому что вообще у нас, типа, и шло вот так вот, ребята. Смотрите, первым делом называли хьюдж питомцев, хьюдж кэта, потом хьюдж дракона, хьюдж дога, потом капкика, потом лаки, потом пони, потом шторма. И вот так, ребята, все по накатанной пошло. Помните, да, ребята? Все вот так вот пошло, 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 пошло. И посмотрите, ребята, что Титаник Кэт. Это, я сам не знаю, что это вообще за код такой, ребята. Ну, ребята, я не знаю, как я попробую, если я найду его, ребята, я сниму новый видеоролик и расскажу, как его получить. А теперь, ребята, мы, короче, как делать шайни питомцев. Это все, ребята, очень-очень просто. Смотрите, можно купить себе геймпас и выбивать шайни питомцев сразу же, ну, сразу же с яйца, ребята. Шайни питомцев сразу же можно выбивать с яйца. Ну, этот геймпас стоит сколько? 1299 рубаксов. Но это, я думаю, очень мало, ребята, так что, вот, покупайте, ребята, кому не лень. Теперь, ребята, мы летим, обязательно, ребята, вам нужно быть в хардкор мире, обязательно. И теперь вы должны полететь в порталы, ребята. Вот сюда мы телепортируемся в локацию Fantasy World и порталы, ребята. Мы летим сюда, открываем вот это, ребята. Да, я хочу нажать, все, опа, открывается, я в секретном кейфе. Опа, плюс 10, кстати, по этому слоту, ребята, вы просто посмотрите. Опа, смотрим, ребята, и вот у нас такой питомчик, вот такой кот. Просто, смотрите, Дани, вот просто, оп, что это такое? Оферинг Ацеп. Shiny Pet шансы, ребята, и Shiny Pet, ребята, у нас разблокированы. Теперь мы сможем, ребята, открыть сразу же Shiny питомцев, ребята. Их крафтить нельзя, ребята, просто шайни питомцев, ребята. Просто смотрите, вы за 250 миллионов гемов просто открывайте себе, ну, типа, шансы, чтобы вы смогли выпить сразу же шайни питомцев. Давайте сейчас, конечно, сразу же проверим. Мы полетим в куда? А я хочу сейчас пройти в Twitch Shop, потому что у меня много монеток вот таких вот Twitch. Смотрите, телепортнулись. И теперь давайте, короче, попробуем, ну, выбить шайни питомчика. Опа, и... Так, тут не выпало. А давайте, короче, шансы сейчас юзаем, ребята. Так, юзаем. Вот шансы какие, ребята. Так, опа, голден. Так, не выпало. Нам нужны, короче, шайни питомцы, ребята. Шайни пэта. Давай, давай, шайни пэта нам нужны. Рейнбов, да ё-моё, нету. Так, тут тоже нету, ё-моё. А когда, вот, шайни питомцы нам вообще нужны? Так, смотрим. Шайни тоже нету. Ну, хотя, блин, пожалуйста, выбейте. Шайни, 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 шайни пэта. Пожалуйста, Shiny Pet. Да ё-моё. А как? Ребята, я вот теперь, короче, не могу понять. То есть мы, смотрите, сколько открыли, и Shiny Pet'ов нам не выпало. Вот в чем прикол. Так, так, так. Нам надо, короче, что-то разобраться.
Чуть-чуть еще пооткрываем, ребята. Просто посмотрите, сколько я уже открыл, а шайни бетов так и нету, ребята. Это возможно, кстати, сейчас, ну, сейчас их получить, возможно, нельзя, ребята, но это есть шанс, что ты выбьешь, ну, шайни бета, ребята. Шайни бета есть шанс, что ты выбьешь, и, ну, так вот, просто шайни бета можно, ребята, получать. И вот такой вот, ребята, способ, как их получать. В принципе, способ очень легкий, просто идите в ту локацию в хардкор мире, просто тратите 250 миллионов гемов, и вы получаете шанс выбить вот шайни питомца, ребята. А если тебе понравился видеоролик, ставь лайк, подписочка и колокольчик, а мы тебе прощаемся, всем пока-пока.